Дело от 14 марта 2019 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что обнаруженные накануне в подвале одного из домов сильно обезображенные тела 4 человек принадлежали нигде не работающим лицам без определенного места жительства. Таким образом, выдвинутая поначалу версия о бандитской разборке не подтвердилась. Допросы бандитских группировок прекращены. Из докладов в прокуратуру города Черноозерска от 17 марта 2019 года. В различных частях города обнаружены еще 3 трупа. Предлагаю объединить эти дела с делами о предыдущих убийствах и выдвинуть версию о маньяке. От комментариев в прессе настоятельно рекомендую воздержаться. Из секретного отчета сотрудников ФСБ от 4 апреля 2019 года. Общее количество жертв неуловимого убийцы достигло 78. Население Черноозерска в массовом порядке покидает город. Расследование зашло в тупик. Требуются чрезвычайные меры. Из заголовков майских газет 2019 года. Город оцеплен войсками. В Черноозерске введено чрезвычайное положение. Людей эвакуируют и размещают в специально созданных карантинных центрах. Убийства продолжаются.